это Сэм. Здравствуйте, друзья. Эве Антонина Ятла. Меня зовут Антонина. И мы с вами приступаем к нашему новому проекту «Разговорник чувашского языка». Запоминая фразы, мы будем учиться выражать те или иные понятия, которые высказываются на чувашском языке в определенных ситуациях. В быту, на работе, на кухне, в спортзале, при обсуждении фильма или когда мы что-то хотим сказать важное нашим друзьям. Мы научимся поздравлять с праздниками и делать комплименты. Но это все постепенно, не все сразу. Сегодня мы начнем с главного. С чего начинается любое общение? С вопросов. Именно правильно сформулированный вопрос приводит нас к полноценной коммуникации. Итак, кам. Кто? Кам. Кукам. Кто это? Кукам. Очень полезно разыгрывать ситуацию. Эскам. Ты кто? Эскам. Эбе журналист. Я журналист. Эбе нацрадзевин шеф-редакторе. Я шеф-редактор национального радио Чуваши. Эбе нацрадзевин асла-редакторе. Я старший редактор национального радио Чуваши. Эбе нацрадзевин асла-редакторе. Я старший редактор национального радио. Эбе таван радио Ердюжи. Я редактор таван радио. Эбе таван радио шеф-редакторе. Я шеф-редактор таван радио. Эбе наци телевидение. Редакторе. Я редактор национального телевидения. Эбе телелижин. Я счастливый человек. Эбе чинмалдана хер. Ондан арм тада виж ядя амжа. Я дочь, жена и мать троих детей. А эбе чуваш нации радивень ирги камалкларман ердюжи. Я ведущий национального радио Чуваши интерактивного шоу ирги камал. Плеть. Кто знает? Кам плеть. Кам чевашла плеть. А кто знает по-чувашски? Кам чевашла плеть. Например, заходите в какой-нибудь офис и спрашиваете. Кам чевашла плеть. Не поймут, не поймут. Но если поймут, общение вам обеспечено. Конечно же, вы знаете, что в чувашском языке есть и падежи. В этом случае вопросительное слово «кам» меняется, например, «кама», «кому», «кого», «кама», «кама кирля», «кому нужно», «кама кирля». «Щак я была кама кирля», «кому нужно вот эта вещь», «щак я была кама кирля». Больше ситуаций, где вы можете спросить, и все получится. «Эзе кама паладан?» «Ты кого знаешь?» «Ты с кем знаком?» «Эзе кама паладан?» «Ни гамада». «Никого». «Ни гамада». «Камба?» «С кем?» «Эзе камба пырадан?» «Ты с кем придешь?» «Камба пырадан?» «Камзар?» «Без кого?» «Эзе камзар тунзахладан?» «Ты по кому скучаешь?» «Без кого скучаешь?» «Эзе камзар тунзахладан?» «Камжан?» «Для кого?» «Ради кого?» «Эзе камжан таражадан?» «Для кого ты стараешься?» «Эзе камжан таражадан?» «Каман?» «Кого?» «Чей?» «Каман?» «Ку каман книги?» «Это чья книга?» «Ку каман книги?» «Каман укщабур?» «У кого есть деньги?» «Каман укщабур?» Хороший вопрос, не правда ли? «Каман и дубур?» «У кого есть вопрос или вопросы?» «Каман и дубур?» «Камра?» «У кого?» «Камра?» Представьте, что вы ищете ключ и не можете найти и чувствуете, что их кто-то взял, и тут уместно спросить «Камра ущи?» «У кого ключ?» «Камра ущи?» «Камран?» «От кого?» «Эзе камран пледень?» «Ты от кого узнал?» «Эзе камран пледень?»
Камда булинь кто-нибудь. Камда булин килеть пулзан, если кто-нибудь придет. Камда булин килеть пулзан. Ни гамда, никто. Ни гамда пельместь, никто не знает. Ни гамда пельместь. Следующее вопросительное слово «мень». Что? Ку-мень. Что это? Ку-мень. Вам мой совет. Найдите себе человека, который говорит на языке, и поспрашивайте его, указывая на окружающие предметы. Ку-мень. Ку-блокнот. Это блокнот. Ку-книги. Это книга. Ку. Шулдалыкри куншуджин ерги. Это календарь. Ку. Хача. Это ножницы. Ку-хачат. Это газета. Ку-худащ. Это пакет. Ку-вчера-ущи. Это ключи. Ку-сиеть. Это часы. А затем мэндума. Для чего? Чтобы что делать? Мэндума. Сигеть в уход пахма. А часы для того, чтобы смотреть время. Ку-курга, кунбачейжище. Это кружка. С ее помощью пьют чай. Ку-микрофон. Это микрофон. Калашма, щирдарма. Разговаривать, записывать. Представьте диалог. Ку-мень. Что это? Ку-кениге. Это книга? Мендума. Для чего? Вулама. Для того, чтобы читать. Согласитесь, очень даже неплохо. Еще несколько полезных выражений. Эзе мендавадан. Ты что делаешь? Эзе мендавадан. Эбе компьютеру минже ишледеп. Я работаю за компьютером. Эбе отчет хадерледеп. Я готовлю отчет. Эбе текст печатледеп. Я печатаю текст. Эбе сазадададеп. Я чищу звук. Эбе халя ирги салам галарам валле. Ага щирдарадеп. Я сейчас записываюсь для передачи. Эбе хварзень галарам неерце брадеп. Я ведущий информационной службы. Эбе халя сюжет щирадеп. Я сейчас пишу сюжет. Эбе югерме гайма хадерленедеп. Я готовлюсь к съемке. Щак самантра эбе текст щирадеп. В данную минуту я пишу текст. Вол мень врендеть. Что он учит? Вол мень врендеть. Темень. Неизвестно что. Темень. Согласитесь, как емко. Темень и все. Это выражение знакомо всем. Эзе мэнь ятла. Как тебя зовут? Что у тебя за имя? Эзе мэнь ятла. Эбе Леша ятла. Меня зовут Леша. Эбе Люда ятла. Меня зовут Люда. Эбе Роза Трофимовна ятла. Меня зовут Роза Трофимовна. Эбе Галина ятла. Меня зовут Галина. Эбе Алена ятла. Меня зовут Алена. Эбе Снежана ятла. Меня зовут Снежана. Эбе Олеся ятла. Меня зовут Олеся. Эбе Таня ятла. Меня зовут Таня. Эбе Мальвина ятла. Меня зовут Мальвина. Эбе Влад ятла. Меня зовут Влад. Не пытайтесь все переводить дословно. Дело это полезное, но всегда будьте готовы принять каверзную истину. Итак, идем дальше. Мне. Что? Но уже в винительном падеже. Ку мне пальдереть. Что это значит? Ку мне пальдереть. Мэньбе. С чем? При помощи чего? Мэньбе. Эзе мэньбе кильдень. Ты на чем приехал? Эзе мэньбе кильдень. Мензер. Без чего? Мензер. Какой
бы придумать пример? Ах, вот. Мензер ибир пурнаймаспар. Без чего мы не можем прожить. Мензер ибир пурнаймаспар. Евродузер палах. Без любви, конечно. Евродузер палах. Менжень. Для чего? Почему? Менжень. Изе менжинчень местень. Ты почему не отвечаешь? Ты почему не отзываешься? Изе менжинчень местень. Или представьте, у вас перестал работать телефон, и вы можете воскликнуть: менжень волочли месть. Почему он не работает? Менжень волочли месть. Мендрень. Из чего? Из-за чего? Мендрень. Мендрень храденес. Ты чего боишься? Мендрень храденес. Мендрень пушла мала. С чего начать? С чего следует начать? Мендрень пушла мала. Следующее важное вопросительное слово – менле. Как? Какой? Менле. А ведь это слово происходит от слова «мень» – «что». Но когда-то очень давно прибавили аффикс «ле». И получилось новое слово «менле». «Менле фурнаден». «Как поживаешь?» «Менле фурнаден». «Менле сэм». «Как дела?» «Менле сэм». Эшсем аванах. Дела хорошо. Видяван. Очень хорошо. Эшсем аван. Дела идут хорошо. Эшсем пидяван. Дела идут очень хорошо. Маннаштем пидяван. У меня все замечательно. Лаях аван. Все хорошо. Манан эшсем пиделаях. У меня все хорошо. Сик тебе. Все здорово. Эшсем аван. Все здорово. Да, менле щитьме пулать. Как туда можно добраться? Да, менле щитьме пулать. Предлагаю не откладывать на завтра. Начинайте спрашивать сегодня. Да, менле щитьме пулать. Менле пульчигу. Как это получилось? Менле пульчигу. А вот поставим слово кирек вперед, получим кирек менле. Хоть как, хоть какой. Кирек менле. Кирек менле булзанда. При любых обстоятельствах, как бы ни было, кирек менле булзанда. Кстати, этот кирек вполне себе сочетается с уже вышесказанными словами. Кирек кам. Кто угодно. Любой человек. Кирек кам. Кирек мень. Все что угодно. Любой предмет. Кирек мень. Ну что, осталось совсем немного. Всего лишь три важных вопросительных слова. Хожан. Когда? Хожан. Хожан из-за хананаки ледень. Ты когда придешь в гости? Хожан из-за хананаки ледень. Хожан да булень. Как-нибудь. Хожан да пулень. Кирек хожан да киль. Приходи в любое время. Приходи хоть когда. Хожанчень хуравла мала. До какого времени нужно ответить? Хожанчень хуравла мала. Миже. Сколько? Миже. Эзе миже щелда. Тебе сколько лет? Эзе миже щелда. Миже щин пулать. Сколько будет людей? Миже щин пулать. Мижере. Во сколько? Мижере. Мижере концерт пошланать. Во сколько начинается концерт? Мижере концерт пошланать. Миже чень волпырать. До скольки он будет идти? Миже чень волпырать. Нам же важно знать все о концерте. Мижерень. Со скольки? Мижере. Во сколько? Миже чень. До скольки? Менле концерт. Какой концерт? Менле концерт. Ошта. Где? Куда? Ошта. И
Эзе Оштахаль. Ты сейчас где? Эзе Оштахаль. Оштагаядан. Куда идешь? Оштагаядан. Эзе Оштанки ледень. Ты откуда приехал? Эзе Оштанки ледень. Пульче. Все. Пульче. Все основные вопросительные слова мы разобрали. Давайте скажем себе «Мле эбир матур». Какие мы молодцы! «Мле эбир матур». Осталось попробовать их запомнить. Но самый главный критерий – это, конечно же, практика. Если есть такой человек, который готов вас выслушать, пользуйтесь моментом, спрашивайте. Спрашивайте по-чувашски, чувашла. Тифритель выучень. До новой встречи! Редактор